пожаловать на канал Мыло Опт. Сегодня предлагаю сделать обзор масла Бабасу 50 грамм. Благодаря своим уникальным косметическим и целебным свойствам, данное масло высоко востребовано и оценено мировыми косметическими производителями. Масло Бабасу получают путем отжима маслянистых плодов пальмы Бабасу, прорастающих в Бразилии в бассейне Амазонки. Масло имеет твердую пастообразную консистенцию, плавится при температуре плюс 25 градусов Цельсия или при контакте с кожей. Своими свойствами оно схоже с маслом кокоса. Богато на лауриновую, мерзитиновую, олеиновую, стеариновую кислоты. Содержание липидов в масле до 75%. Оно имеет цветовой окрас от белого до бледно-желтого и легкий кокосовый запах. Благодаря своим универсальным и целебным свойствам масло Бабасу превосходит многие другие масла и в особенности ценится производителями косметической индустрии, а также может использоваться в качестве незаменимого ингредиента многих ухаживающих средств домашнего приготовления. Крема, изготовленные на базе Бабасу Баттер, это необыкновенно смягчающие и увлажняющие средства с целебными и антибактериальными свойствами, которые идеально подходят как для сухой, так и комбинированной кожи. Характеризуются быстрым впитывающим свойством, поэтому исключает ощущение жирности и липкости после нанесения. При включении данного масла в состав мыла, крема или лосьона оказывает терапевтическое целебное действие на проблемную кожу, поврежденную зуду или сухости. Масло Бабасу прекрасно зарекомендовало себя и как ухаживающее средство по уходу и восстановлению за сухими и поврежденными волосами, питая их от корней до самых кончиков и даря здоровый блеск и силу. Вот так выглядит наше масло вблизи. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться и ставить лайки.